И всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем играть в Stabs the Zombie. И мы находимся у реднеков. О, какого черта? Ну иди сюда, иди сюда, иди сюда, ты не скажешь им! Не умирай. Нет. Ага! Ух, как по мне прохаратило! По-моему, меня сейчас снесут просто-напросто. Да на! Там кто-то хреначит с пулемета? Охренели, что ли? Лови. Дайте мне сесть за пулемет, а черт. Охренеть, они мощные, а? Тебя тут не должно было быть. Мне пофиг. Отличная работа, там стреляют. Мои мозги! Знаете, вам в окоп. Мозги! Мозги! А ну идите сюда, чертовы реднеки. Стой, тебе говорю! Ай, блин. Благо он на толпе. Оп, ну я тебя просто перепрыгну. А, черт! Ублюдок повернулся. Так, нет, значит, мы пойдем в ту сторону. Надо первым делом вынести того, кто. Музыка начнет играть, коморку бегаем. Она забралась на мою голову. Нате, сдохните, ублюд. Черт. Ну, согласен, одним ублюдком из вас меньше. Ага. Он пожиратель мозгов. Прям таки стелс. Мозги! Блин, его пришили. Да на. Патроны, блин, вынесли. Вижу, эти готовы. А ну иди сюда. Блин, откуда у вас столько там? То, что респаунитесь, блин, что ли? Блин, промазал. Птичка. А ну иди сюда. Вот там где. Мои мозги. Гляди. Чёртовы реднеки. Со своими винтовками. Не, ну блин, кстати, мощно. Даже на морду не дают собрать.
Лови гранату. Зомби, прямо здесь. Так, снял тут был вход к нему. Мозги. Готовиться, цельси, сдохни. Блин, как мне теперь убраться из этих роднеговских долин? Ну, своих, естественно, я ждать не буду. С меня хватит! Оставляю вам эту свалку! Смотри, убирайся прочь от моей головы! Он подчинил душу этого бедняги. Оп-оп-оп, попади вначале еще. Ты сам умри, блин! Руку отстрелили, отлично. О, еще зомби бегут. Вперед, зомби! Замочим этих уродов. Ух. Ох. Давай быстрее, зомби. Давайте, жрите его, жрите. Ну или же так. Руль? Машина? Там была машина? Окей, в следующий раз поедем на ней. Точнее, потом поедем на ней. Наша жертва пока еще жива. Нормальные люди этого не делают. Воу-воу-воу-воу! Так, где-то тут была ведь машина. Я же это видел. Что-то я нигде ее тут не вижу. Ладно, Стабс, давай набирай скорость. Ну куда ты идешь? Давай туда. Ты тоже туда. Оп, мимо, мимо. Эй, гляди! Ух, ух. А ну иди сюда. Ну что, в атаку, блин, чего стоите-то? Он же сейчас просто так перестреляет. Что, тут никого нету? Где могут прятаться зомби? Есть ли некто, способный окончить мои страдания? Это буду я. А ну иди сюда. А, давайте, орда. Опа, съели. Давайте, пошли, пошли, пошли. Фу, овечки. Овечек можно хавать? Похоже, их даже пинать нельзя. Откройте ворота!
Ну, народ, что там тусуете? В атаку! На прорыв! Я вас... Блин, маньяк с бензопилой! Ну нафиг! А ну иди сюда. Ты охренел, иди нафиг, иди от, нафиг от меня. Я вижу машину, их можно сейчас к частям вот передавить. А зомби их пока же займут. Какой урод угнал трактор? А ну дай сюда. Так, отлично, чувак, выпрыгнул из него. А, все. Ну что, посмотрим, кто круче, бензопила или же трактор. Управление им немного неудобное. На! Так-то. Теперь мне надо подкрепиться. Черт! В чем дело? Патроны закончились. А, все спецспособности у нас есть. Оп! Дома спрячешься тут? Да, меня не остановить. Так кто это сказал? А вот он вижу. Непорядок. Руку сломали. Мои мозги! Мозги! Такие трупаки висят. Ой, кого-то потеряли. Ага, что стоите, ждете? Да-да-да, чуваки, облом у вас наступил. Нате вам. Я слышу бензопилу. Ну где ты там? Иди сюда. У меня для тебя есть подарочек. Нацепил их. Где-то шермалит пулемет. Эх! Эх, залезть, залезть, залезть! Оп, не пригнулся. Что, не застрелишь сюда, да? По-моему, я застрял. Черт. Ладно. Он свое дело сделал. А ну иди сюда. Он пожиратель. Откуда у них тут огневые точки, блин? Откуда у них тут чертов пулемет? Он друга привел. Бах, улетел. А ну иди сюда. Как зомби съесть за пулемет я не могу, да? Сейчас я
загнали их. Мозги! Уронили елку. А чтоб нам туда даже нельзя? А куда нам надо тогда? Да нет, вон там чувак бежит. Ага. Так рука почему-то не пролазит через там. А, не понял, как мне туда пройти. Ай, у меня рука застряла. Отлично. Блин. Нельзя, слушка. Хотя почему нельзя? Кто а ну иди моей? Сюда. Башке. Перезаряжай, 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 блин. Давайте, ломайте здоровяка, ломайте здоровяка. Ты куда попёрся? Надеюсь, не на моего этого. Я ранен, ну, чел. Хедшот. Ах, пришили. Да, иди. Лишь тебя отвлекай их. Ух. Попал. Что? Он пожиратель мозгов. Прикуси, зомби. Зомбик ползает. А ну иди сюда. Он пожиратель мозгов. Мозги. Ух, сняли моего. Прямое попадание. Оу. Оп, патроны закончились. Давай, давай. Вот еще один. А ну идите сюда. Блин, а почему зомби так медленно ходят? Конечно, я всегда за зомби, которые медленно ходят. Потому что это все-таки реальные зомби, а не зараженные, которые постоянно бегают и орут. Ну, черт возьми, но играя со самого зомби. Это немного неуютно. А ну иди сюда. Ух, стропаша. Сюда, зомби! Я прикончу ублюдка, который это сделал. Эти готовы! Да ты тоже готов. Прям как куда стрелять. Прям как боулинг катать. Разлетелись. Из него с собой оставляем смерть. Что за грохот? Такую сигарету еще курит. Че за фигня? Да. А вот и другой. Зомби! Дым, 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 дым. Оп, своего ж пришили. Молодцы. Как тебе? О, нет. А ну иди сюда. Она пытается управлять. Он подчинил душу этого бедняги. А, на X можно убить его. Черт. Я искал, на какую присесть.
По-моему, тут можно будет приседать. О. Нет обилок, хреново. Ох, пулеметчик. Куда же подевалась моя рука? Так, отлично, есть рука и есть этот какого? Печень. Летайте. Мозги, иди сюда. Он пожиратель мозгов. Промазал. Что, патроны закончились? Хреб и кровище, кровище вокруг. Приветик. Чертова реднеки, лови гранату. Блин, зачем я, правда, ее использовал? Откуда? Там кто-то из дома стреляет. Зомби, прямо здесь. Нет, откуда-то оттуда, видимо, сверху. Бурик, подушку настроили. Он висит, меня. Или мне почудилось? Закрыто. Смотри, зомби. Прикуси, зомби. Вы закрыли все двери? А вот и другой. Почти все. Шевели мозгами. А ну иди сюда. Армия зомби только растет. Засек одного. Сейчас. Ух, чуваку. Сквозь дом. Ой, сквозь дверь. Черт бы вас побрал! Убейте этого зомби! Так, чтобы он больше не встал! Так, чтобы на этой технике на его труп не позарили! Я вас не кончу! Мои мозги! Что, напугались? Я случайно, оказывается, вторую еще кинул. Мозги. Печенку, откуда у меня? Моей плевательницы. Откуда у нас две печенки, интересно? Проклятие! Зомби-апокалипсис, чувак. Зомби, прямо здесь. Ух. Огонь. Взрыв, взрыв, взрыв. Башка. Пристрелите же его. Давай, хам его. Ой, надоели. А, мозги. Он прорывается. Оп, оп, оп. Ты только... Сюда! А ну иди сюда. Ножи. Где же вы еще остались-то? Маски.
ты лови. Зомби прямо здесь. Ох, спину. Откуда вы? Куда идешь? Туда иди. Ух, блин, больно. Давай, иди вперед, зомби. Отличный выстрел. Догнал на него. Эй, иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг, больной чувак. Второй больной чувак, да ну нафиг вас. Я пошел отсюда. Мне это уже не нравится. Не двигаться, стой там. Проси Бога и обрящешь. И Господь даровал мне достаточно тринитротолола, чтобы взорвать вас к чертовой матери. Даже не пытайся бежать. От меня не уйти. Никому не уйти от Отиса Манди. Даже... ты! Флэшбэк? А, приятель, давно не виделись. Дай-ка сюда. Мне надо прикурить. Овечки пофиг. Как видите, у нашего Стабса есть сюжет. У него есть воспоминания. Что? Овца? Идиотизм. Плотина. Надеюсь, ты помнишь, что ты должен сделать? Да, добавить антибактериальную сыворотку в основной резервуар и активировать мешалки, чтобы не допустить загрязнения запасов воды. На испорт все. Если тебя это беспокоит, сделай все сам. Попытайся не думать об этом. И тут мы еще, главное, на овцы едем. Молодец, молодец. Ах, только она сдохла. Ой, блин. Зомби захотел в туалет. Это вода для панчбоула. Наш лозунг. Пока есть пейте. Естественный износ, я не успеваю скучать. Да. Я случайно. Прекрати. Окей. Чего мы тут околачиваемся? Мы не пьем воду. Такая у нас программа. Да, но зачем? Наверное, мы здесь потому, что тут любят собираться люди. Единственное нарушение, которое я не могу исправить, это нарушение общественного порядка. Как думаешь, что первично сознание или материя? Не неси чушь. Блин, высокоинтеллектуальный разговор у роботов. Что бы ни случилось, я буду готов. А ты готов к зомби-апокалипсису? Боже, где люди? Не притирайся к словам! Лучше избавь нас от... Я чувствую! Может, справишься сам? Как он чавкает! Только это и слышу. Жалуйся моему начальству. У меня сейчас перерыв. Ну и правильно, робот.
О, ученые с лазерами? Вы не охренели ли? Тут хотя бы этих нету. Я сейчас тебе покажу. Чёртовых реднеков с их не пушками мощными. Он только что сожрал мозги Боба. Давай, ешь его. Сейчас ты у меня получишь. Ну почему я? Ох, ему голову стрелили. Да, блин, не в ту сторону. К черту науку! Убивать, убивать! Точно! Что так? В моей голове! Я видел это в учебном... Воу! Это еще что за хрень? Ну-ка, иди сюда. Да хватит мне пиздить, зомби, идиоты. А для пулемета? Воу, что произошло? Он взорвалось? Давайте, идите, не толпитесь, а. За мной, зомби. И ты рычаги повернул. А. Эй, ну чё вы сдохли, блин? Могли бы и моей армии податься. Эти теперь гадочки бегают. Бейте их, зомби! Оп, разлетелись. Сейчас я покажу тебе правду. Оно пожирает мои мозги! Я распылю тебя на частицы! Не, на самом деле против ученых ты прям полегче. Не то, что против всяких реднеков. В моей базе данных сказано, что так делают только зомби. И что? Тебя это волнует? Блин, лифт. Их надо было все запихать в наших зомби. Черт возьми. Ну что означает этот чертов синий экран? Кто-нибудь знает? Отвянь, я работаю. Зомби хочет в туалет. Слушай, если не добавить чертову антибактериальную сыворотку в чертов водоем, какой-нибудь зомби подойдет, помочится туда, и мы все трупы, как только подойдет время пить чай. Ага. Ух ты. Спасибо, что сказал этот чувак. Это было. Да ловите. Говорить о двух вещах, господа. Безопасность и глупость. Все мы знаем, что в панчбоуле разгуливает жуткое чудовище. И оно может добраться и сюда. Поэтому мы должны быть всегда начеку. Но... Да? Это ломать нет, нельзя, что ли? А, зомби, в атаку, зомби! Еще один! Что-то в моей голове! Минуточку! Я видел это в учебном...
Есть права. У зомби все права на ваши мозги. Ух ты ж. Я просто хочу стать богом, классное изречение. Мог бы стать ведущим ток-шоу. Сейчас я покажу. Мамочка! Маски. Даже я такого не сделал. А у меня нет никаких моральных принципов. А ну иди сюда. О, оно пожирает мои мозги. Окей. Кто хотел спросить, я что исключил? Мамочка! Окей, а мне что-нибудь вниз надо? Не, ну что мне вниз надо. Больше отравлять этот город. А ну иди сюда. Опровергни мой мозг. У нас все опять на заряде. Где потрогал дверь? Мозги. Так, где у нас дверь открылась? Ну я, по-моему, не там. Там мы были уже. А, ну, видимо, вот эта дверь открылась. Как раз таки. Давай, идите сюда, зомби. Чё же всё-таки медленные? Бедный Стабс. Внимание! Обнаружено загрязнение воды. Изолируйте и удалите загрязнение. Ничего себе! Ну, чувак, они не достанут. Так, надо бы нам сделать наших рабов. Сейчас я покажу тебе. Мамочка! Минуточку, я вижу это в учебном фильме. Улетел? А, блин, вниз упал. Загрязняем воду питьевую. Ничего такого, ребят. Ау. Смотри, вон еще один. Загрязненность воды 25%. Мы долго здесь стоять собираемся. Я здесь стою. Ой! Да на! Кто это, блин, мешает? Я сейчас загрязнить воду. Покажу. Не ешь меня. Зомбиарский выродок. Давайте поиграем немного в боулинг. Сейчас у меня. Где это с рук не сойдет? Давайте, зомби, загоняйте. Так, надо дальше загрязнять воду. А,
Да уж, зомби, храните меня. Загрязненность воды 50%. Опасный уровень загрязнения. А ну иди сюда. Чуть ненавижу с этими отталкивающими хренями. Нет! Оу! Ну окей, нас сюда выкинуло просто-напросто. Я и не знал, я думал, все, конец. Сейчас ты у меня получишь. Ого! Да ты задолбал, блин, меня отталкивать постоянно. Рукопашно! А ну иди сюда! Почти что у всех башки уже нету, у наших зомби. Блин, опять приперлись. Я выше тебя. Сейчас я покажу тебе красный. Загрязненность воды 75%. Критический уровень загрязнения. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. А кто тут? Оружия не спрячешься. Ну иди сюда. Сейчас я покажу тебе практическое приложение. Да нате, блин. Я спец. Только... Я вижу одного из них. Так. О, господи! Меня сейчас что ж... А ну иди сюда! Я тебе сейчас покажу. Сейчас я покажу тебе практическое приложение. А ну иди сюда. Что-то опровергнул. Доволен. Все, все кончились. Блин, опять приперлись. Зомби, может быть, вы их возьмете на себя, а? Критический уровень загрязнения. Система определения токсинов перегружена. А, наконец-то. Можно идти дальше? Фу. А я вот вижу. Стой! Эй, все достало! А если вот да? Моя рука! Кто-нибудь прикончите сюда. Его! Я не могу оп. Противостоять этому! Да еще, чтобы было лучше видно. Он контролирует этот... Ох, блин, сколько вас тут, а? Окей, поиграем немного в боулинг. Найду безопасный.
Давайте, зомби, поднимайтесь. Получите в глазик! Оно... Да ну сдохни! Кто-то улетел вниз. Вон там! Сейчас я покажу тебе практическое приложение. Не ешь меня! Нет, нет! Где наши зомби? Не ешь меня! Нет, нет, нет! Я такого не сделал! А у меня нет никаких барабанов! Мамочка! Минуточку! Я в учебном фильме! Давай, жри их! Хватайте их! Летающие. Бегство — единственный правильный выход! Убейте меня! Оп, поймал! Убейте меня! Перестрелка на джетпаках. Оп, летай. Ох, прям в лицо. А куда ты идёшь вниз, вверх, интересно? Зажрали все-таки. Ну-ка, вот интересно, мы кого-нибудь с собой можем взять с собой? Зомби, так, нам нужен целой головой, чтобы он тоже жрал людей. В ту сторону, давай. И же я тут все-таки только один еду. Ну да, походу я только там был только один. И что ж, ребят, я думаю, это хорошее место, чтобы завершить эту нашу сегодняшнюю серию. Да, тут можно немного поесть людей, но я думаю, время уже и так вышло намного. Так что с вами был Хэдди, ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Ну а пока, ребят, всем пока и до новых врывов.